Добрый вечер, дорогие друзья. Нам радостно, что вы пришли на заседание нашего клуба. Мы здесь собираемся, чтобы петь вместе раз в месяц. Или чаще. Да, и каждый раз мы придумываем, чтобы такое спеть. На всякий случай, вы попали на заседание клуба «Споемте, друзья», где поете вы, а мы вам только аккомпанируем. У вас на столах должны быть тексты, даже некоторых песен, которые сегодня прозвучат. Но второе отделение мы, как традиционно, не составляем. Мы составляем его по вашим заявкам прямо в перерыве. Поэтому в первом отделении то, что вам вдруг захочется спеть, пожалуйста, присылайте ваши пожелания, а мы постараемся их выполнить. Самые активные наши участники, те, кто громче всех и веселее всех поют и подпевают, получают у нас призы и подарки, а также почет и всяческое уважение. Так что есть за что побороться. Сегодня у нас в качестве призов замечательные сборники авторской не только песни, которых вы нигде не сможете купить, а только получить в подарок от нас. Ну что, приступим? Отрядная песня. Событиям, как каким-то темам, которые мы придумываем, исходя из внешних обстоятельств. А также товарища интернета и святого Википедия. Значит, да, с Википедии это мои дети меня научили, они у них там читают, они какую-то гуглят какие-то запросы, а там даже написано «с Википедии». Они сейчас считают «святой Википедии». Надо было написать «смотри Википедию».
Так вот, все-таки давайте сначала соответственно обстоятельствам. Москву завалило снегом. Ну, не только Москву. Да, не только Всю Москву. Россию, и вообще кончаются святочные гуляния, а снег в Москве уже есть. Александр Городницкий. Тихо по веткам шуршит снегопад, сучья трещат на огне. В эти часы, когда все еще спят, что вспоминается мне? Небо забыто вопросы, давние письма домой. Царствие чехоточных сосы, быстро сменяются осы. Снег над палаткой кружится, воды кончаются, краткий ночлег. Снег, 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 шлюха на тундру ложится, по берегам замерзающих рек. Снег, снег, снег. Над Петроградской твоей стороной бьется веселый снежок. Еще Михаил Исаковский. По этому поводу мы с вами сегодня поем «Катюшу». Текст вам не понадобится, думаю. Расцветали яблони и груши, поплыли туман над рекой. Выходили на берег «Катюша», приходила, песню заводила, про стекло
Так, переходим к сегодняшнему дню. Сегодня у нас Иван Бражник. Кто-нибудь знает, что это такое? Это если девушка, девушке плохо, вот что-то, его замуж неправильно выдают, то надо это горе забить. Так вот, сначала мы про девушку скажем. Там по чистой случайности текста нет в ваших бумажках, но вы его все равно хорошо понимаете, знаете. Понимаете, в этом тексте девушка не пьет, пьет муж ее, ничего? Нет, но она несчастная. Хорошо. Вот сначала начнем про несчастную девушку, а потом уже будем пить. Городок на стихи Николая Заболоцкого. Песенка, опять же, мы еще Новый год продолжаем вспоминать. В Уэльсе теплые дожди по крышам шелестят. Подруга, ты меня не жди, я не вернусь назад. Стакан зажат в моей руке, изломан песни рот. Мы в придорожном кабачке встречаем.
поля, шумят кругом друзья. Моя ячменная земля, с тобою счастлив я. Стакан зажат в моей руке, изломан без него. Мы при дорожном табачке встречаем Новый год. Стакан зажат в моей руке, изломан без него. Мы при дорожном табачке встречаем Новый год. Значит, сегодня праздник в Испании. Называется он Тамбарада Сан-Себастьяна. То есть все ходят по городу и стучат в барабаны. Про барабаны у нас есть разные песни, но, наверное, самая знаменитая – это Булат Шалчак-Куджава, песня про барабанщика. Там есть две мелодии. Вот мы решили, что, наверное, все-таки всем знакомее и ближе, понятнее по детскому кинофильму, в котором этот фильм звучал, эта песня звучала, мелодия Исаака Шварца. Поэтому мы предлагаем с этой мелодии сейчас петь. Хотя можно и по всякому. Встань пораньше, встань пораньше, когда роли не маячит у ворот. Ты увидишь, как веселый барабанщик, руки, палочки, кленовые. Суматохою промахший, звон трамваев людской водоворот. Но прислушайся, услышишь, как веселый барабанщик с барабаном вдоль по улице идет. Но прислушайся, услышишь, как веселый барабанщик с барабаном вдоль по улице идет. Будет вечер заговорщик и обманщик, темнота на расстояние упадет. И ты увидишь, как веселый барабанщик с барабаном вдоль по улице идет. Но глядись, и ты увидишь, как веселый барабанщик с барабаном вдоль по улице идет. Рохот палочек, то ближе, то дальше, сквозь сумятицу полночи туман. Неужели ты не слышишь, как веселый барабанщик вдоль по улице проносит барабан? Что ты не слышишь, как веселый барабанщик, как по улице проносит барабан. Но сегодня еще замечательные дни рождения. Помимо того, что родился Федерико Феллини, по этому поводу мы пока песни не придумали, может быть, кто-нибудь что-нибудь предложит ко второму отделению. Сегодня день рождения замечательного нашего композитора и друга, с которым нам вот удалось посотрудничать и выступать на этой сцене вместе, у Владимира Сергеевича Дашкевича. Поэтому мы сегодня поем его песни. А песни эти, естественно, преимущественно все на стихи его друга и товарища, по несчастью, по сочинению песен для кино, Юрия Александровича Кима. Давайте начнем с жалостной песни. Как же
же буржуй настал последний бой. Против тебя весь бледный князь поднялся. Он улыбнулся, засмеялся, все цепи разорвал и за свободу бьется, как герой. Ничего, 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 ничего. Сабля бурная, штыги все равно. С нами завсегда. Нас один повсюду враг заклятый, весь черной злобою объятый. Кровавый капитал, он не уйдет без боя никогда. Ничего, 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 ничего. Сам любуешь, ты не все равно. Отпрати, моя, а ты дождись меня. Самые любимые песни для песни Левки. Как за меня матушка все молила Бога, все поклоны била, ой, целовала крест, а с ночью была дальняя дорога. Впереди застава, сзади западня, белые да красные, да все ноги разные, а голова у всех одна. Как и у меня журавль, кони улетит, корабль поплывет, а что меня куда увезет на белую свету, и где награда для меня, и где засада для меня. Я только ел, чего я не отъел, березовую кашу, крапиву не беру. Только вот на небе я ни разу не обедал. Господи, прости меня, я с этим подожду. Журавль по небу летит. Журавль полетит, журавль полетит, журавль полетит, журавль полетит, журавль полетит, журавль полетит.
известный романс. Сам Владимир Сергеевич рассказывал о том, что был страшно опечален. Ему казалось, что это произведение постигнет ужасная судьба, потому что в фильме его исполняла Марина Ниёлова, которая артистка, по его словам, которая умеет все, кроме петь. И, к счастью, в жизни Владимира Сергеевича Дашкевича в творческой его биографии появилась замечательная певица Елена Камбурова, которая, собственно, этот романс нам, можно сказать, что и подарила. Кости протрясу.
когда Юрий Александрович написал этот текст, в фильме сказали, редактор сказал, что нет, не пойдет, это песня про эмиграцию. Тогда он переделал, как ты не помнишь, куда ты скачешь, мальчик, куда ты держишь путь, всю жизнь ты то и делал, последний куплет заставил. Скакал, а долгу чуть, да что за беда, да что за беда, да что за беда, ей-богу, поеду понемногу туда куда-нибудь. Это уже прошло. Удивительная у нас была советская редактура, но все возвращается. Так вот, еще одна песня с большим философским смыслом. Называется она «Баллада о крысе». И написана она для... Она вошла в кучу произведений, совместных произведений Дашкевича и Кима. Но впервые она прозвучала в кинофильме «Пеппи Длинный Чулок». И поет ее злодей Стефен Сен. Крыса в морском порту Вальпараиса, на складе мяса и майса, какао и вина. Она жила, пила и ела, но ей на складе надоело, по всей округе захотела поцарствовать она. Призвав родню для этой цели, всем полезла щели, кота и кошку крысы съели, тот час в один присест. И вот они потоком серым пошли по площадям и скверам, того гляди таким манером весь город крыса съест. Но вот немец один зеленый на старой дудке золоченый зовет мотивчик немудреный, поплыв в морскую даль. А крыса музыку любила, за дудкой крыса поспешила, и море крысу поглотила, и мне ее не жаль. И по правду скажу смело, ты двух зайцев не лови, и поделай свое дело, либо музыку люби. Друзья, я хочу вам напомнить, что второе деление мы составляем по вашим заявкам. Чем больше вы нам пришлете заявок, тем разнообразнее будет это деление. А то его и не будет вовсе, если вы так будете пассивны. Вот, знаменитая песенка. Если вы не очень боитесь Кощея или Бармалея и Бабу-Ягу, приходите в гости к нам поскорее, там, где зеленый Дубновей. Там гуляет черный котище ручонный, пьет он молоко и не ловит мышей. Это настоящий кот говорящий, на цепи сидит добыч змей. Приходите в гости к нам поскорей, приходите в гости к нам. Кот про все расскажет вам, потому что он видел все сам. Ах, как тихо и темно, ах, как чудно и чудно, ах, как страшно и смешно, зато в конце все будет хорошо. Много волшебных историй, тебе не репка, не ключ золотой, тот и черномор, тот самый, который зря всех пугал своей бородой. В конце концов всему свету на диво, после приключений, сражений и драк, станешь ты веселым, как Буратино, и умный-умный, как Иван Дурак. Приходите в гости к нам поскорей,
Переходим к завтрашнему дню. Завтра день рождения Юрия Давыдовича Левитанского. А в Татьянин день будет 20 лет, как его не стало. Вот январь такой месяц Левитанского. Давайте споем две самых знаменитых песни Юрия Давыдовича. К первой музыку написал Сергей Яковлевич Никитин. И она все еще нас роднит с Новым годом, который мы все никак не закончим праздновать. Что происходит на свете? Просто зима. Спины пролагаю, ваши уснувшие ранние порой дома. Что же со всем этим будет? А будет январь. Будет январь, вы считаете? Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками белый старинный букварь. Каждый выбирает по
для себя. Друзья, вот на этом месте мы сделаем антракт и подготовим второе отделение. Спасибо. А кто будет присылать записки уже во втором отделении, рискует быть невыполненным. Не услышанным.